Привет, ребята, с вами я, Кирилл, и мы сегодня снимаем эту замечательную игрушку под названием Волк Икарс. Сегодня мы как бы соберем все ящики, а именно еще раз 10. Не подумайте, что вы снова зашли на этот видос. Это вторая часть открытия 10 ящиков. Поехали. Вулканические склоны. Так. Это скин на вот эту вот, типа... Короче, мы в аду. Что ж, переходим ко второму ящику. Итак, ребята, вот и как бы второй ящик. Шар, так сказать. Теперь мы его называем шар. Второй шар. Поехали. Что выпадет? Астронавт. Руководил мобильной компанией, пока не отправился исследовать космос. Не знаю, на кого идет речь. Переходим к третьему ящику. Что ж, ребята, вот и третий ящик. Погнали. Открываем, не тянем. Робот. 0x48, 0x65, 0x6s. Да. Ну, в принципе, описание хорошее. Переходим к четвертому ящику. Итак, ребята, вот и четвертый ящик. Открываем. Дженнифер. Ее рекорд 528. Переходим к пятому ящику. Итак, открытие пятого ящика. Открыто. Пак. Веселый дух. Ночной бродяга-малыш. По его лицу так не скажешь. Ладно, переходим к шестому ящику. Итак, ребята, вот шестой ящик. Погнали. Белка. Втайне планирует захватить мир. Удаляем персонажа. Ладно, переходим к седьмому ящику. Итак, вот седьмой ящик. Поехали. Циклоп. Его восприятие глубины действительно плохое. Хорошо, что это 2D игра. Что ж, переходим к восьмому ящику. Что ж, восьмой ящик. Король льда. Говорят, он восстал из мертвых. Интересное описание. Что ж, переходим к следующей. К следующему, буквально, так сказать, предпоследнему ящику, а именно девятому. Итак, ребят, вот девятый ящик. Остался последний, десятый. Неужели он обладает силой Вандер Вальса? Геккон. Странный чё, наверное. Что ж, переходим к десятому ящику. Что ж... Десятый ящик. Погнали. Джанет. Ее умение делать обратные сальто в воздухе стало толчком для карьеры фотомодели. Ну, обратные сальто в воздухе могут любые персонажи. Ладно, допустим. Что ж, ребят, если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и всем удачи. Адиос!